И самая свежая информация, которую мы получили на 10 утра в субботу из нашей больницы. Впервые зафиксирован первый случай подозрения на COVID-19 в нашем городе. Экспресс-тест дал негативный результат. Взятые анализы отправлены в Киев. Результат ожидается не раньше понедельника, второй половины дня. Человек изолирован, получает лечение. Контакты выявлены. Проводится наблюдение. По состоянию на 4 апреля всего с начала 2020 года поступило около 5040 сообщений про подозрение на коронавирус-19 в Украине. Всего зафиксировано 1096 лабораторно подтвержденных случаев, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровело. За сутки зафиксировано 154 новых случая.